Вместе с потеплением становится актуальной проблема безопасного участия в дорожном движении пешеходов на средствах персональной мобильности, велосипедистов и водителей мототранспорта. Во избежание опасных ситуаций на улицах и дорогах напоминаем, что передвигаться на велосипеде, электросамокате или моноколесе нужно по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии по пешеходной дорожке, тротуару или обочине, не создавая препятствия для других. Пересекать проезжую часть необходимо со скоростью идущего шагом пешехода по велосипедному переезду. При этом важно заблаговременно снизить скорость движения и убедиться, что выезд на проезжую часть безопасен. В темное время суток на средстве персональной мобильности или велосипеде должен быть включен активный свет, а пешеход или велосипедист должны обозначить себя световозвращающими элементами. Водители мототехники обязаны соблюдать установленные скоростные ограничения, использовать мотошлем и двигаться с включенным ближним светом фар. Какой бы вид передвижения вы ни выбрали, всегда будьте внимательны и осторожны. С уважением относитесь к окружающим.